Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетую хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих и того нет у меня. Друзья мои искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я как человек, который не слышит, и не имеет в устах своих ответа, ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи мой, и я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются, ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой».